Ну что, друзья, давайте приступим к принятию всех наград, которые нам дает компедиум 75 уровня. Но самое главное, ради чего мы здесь все собрались, это, конечно же, открытие сокровищниц компедиума и вращение боевого колеса Релай. Давайте начнем. Я не буду останавливаться на долгом обзоре всех этих вещей, это вы и так уже знаете, что тут за вещи. Главное, это все-таки азарт, ради которого мы собрались здесь. Ну что, поехала цемочка, давай нам аркану сразу же. Верное колесо замерзло. И у нас выпадает... Что? Говёный набор на сикера у нас выпадает. Поехали дальше. Жетон принимаем. Это у нас эффект телепортации. Карточки. Множитель ставок. Принять. Это дополнительные голоса за аркану. Так, сокровищница. Сейчас будем ее открывать. Открываем. Я надеюсь, что будет... На Рике прикольный набор. Даже можно не золотой, а вот этого цвета, который посерединке. Такс, уже интересно. Ну, конечно же, очень редкую давайте. Нет, ну, то, что я хотел, то и выпало, в общем. Это мне нравится. Угу. Такс, надевать, наверное, не будем. Поехали дальше. Такс. Возвращаемся. После этой сокровищницы у нас идет опять набор карточек и колесо Релай. Давай, давай, цемочка. Опять набор на сикера или прочую хрень. Если выпадет, я тебе пизды вставлю. Если ты мне опять это выдашь. И у нас выпадает... Набор? Ступа? На меня же у нас выпадает, ладно. Ни один вард не видел победы столь славной. Ладно, давай. Так и быть, живи дальше. Красавица. Ну, это понятно. Это тоже понятно. Карточки. Так, с очередной сокровищница. Открываем. Все те же сеты. Так, сейчас я бы хотел либо на бару, либо, естественно, что-то ценное. Но бара пропал. Нет, только нету. Не надо мне это. Нет, нет, оставь. Блин. За вингу я редко играю. Ладно, хорошо, дальше. Дальше больше. Надеюсь, что все-таки что-то ценное сегодня выпадет. Поехали. У нас получается... Мы же ее только что взяли. Еще раз открываем, ладно? Или нет? Это просто приняли, ладно. Дальше, 24 уровень у нас объект для колеса чата. Потом его настроим уже не во время видео. Это, если я не ошибаюсь, спрейчик. Принять. Голоса, карточки. Все это мы уже проходили. Нам нужна опять цемка, которую я не убил в прошлый раз. Надеюсь, что не убью и в этот. Давай, опять выпадет что-нибудь негадское. Покрутим на нем тебя. Вот потехи-то будет. Вот потехи-то будет. Сокровищница в сокровищнице. Азарт в азарте. Принять. Давай, закончим. Или откроем. Уже. Давайте, ладно, откроем. Что тут у нас по наборчикам? Ну, это довольно старая сокровищница. Тут прикольный набор на антимага. Куриры тоже неплохие. У меня, кстати, вот очень редкий курьер этот был. Лисички. Ну все, классное выпало. Ну, старый добрый набор на инвокера. В принципе, я даже, наверное, его потом надену. Так, далее. Далее.
Что там у нас? Сокровищница 5. Азартик. Там еще последняя сокровищница будет после этой. Так, ну давайте сразу же самую редкую вот эту вот штуку. Ага, понятно, хрен тебе был. Только не на аппаратах. О, спасибо. Как я и просил, чтобы не выпадало. Нет, надо нам это, конечно. Готово. Спасибо. Спасибо. Что у нас идет далее? Опять эти жетоны. Две этих фиговины. Тот самый крот. Давайте-ка рассмотрим его еще хорошенько. Все-таки, мне кажется, это один из самых прикольных курьеров. Что-то в нем такое есть. Ладно, давайте дальше. Сука, давай-ка нам опять крутани. Цемочка. Нужно просто крутить колесо. Я уже не верю в чудеса, все понятно, что тут выпадает шлак. Компедиум не окупается. Что, падает? Так, где? Я понял, ладно. Получилось. Закрываем ей рот. Карточки последние, как я понимаю, сокровищница. Открываем. Что у нас осталось из годного? Я надеюсь, что выпадет все-таки что-то редкое. Хватит уже этот шлак. Да блять! Ну ладно, хоть на Террорблейда. Красивая. Он сам по себе красивая, с этой шмоткой. Ну, более-менее нормально. Так. Готово. Далее смотрим, что у нас там. Надеюсь, еще хотя бы колесо релая будет. Берем эту. Так, это что у нас? Так, я не про это, про следующее. А, эффекты повышения уровня. Класс. Насмешка на... Сейчас посмотрим. О! Прикольная насмешка. Сейчас бы радоваться от того, что тебя долбит током. Так, опять карточки, жетоны, ела. Будем красить речку. Довольно бесполезные штуки. Вообще, мне, если честно, этот компедиум разонравился. Может быть, будут интересные потом испытания. Ну давай, крути, крути, крути. Ну, конечно же, у нас почти выпала аркана, и надо, чтобы так прямо на ней на секунду остановилось колесо и... Ой, ладно. Белая сучка. Ничего нам сегодня не дала хорошего. Принимаем последние штуки. Ну что, бывает, дорогие друзья, бывает. Полнейший шлак. Я надеюсь, что в последующие... Надежда, понимаете, не умерла. До сих пор не умерла. Такой наивный дурачок. Надеюсь, что что-нибудь все-таки с него да выпадет годное. Но пока что я вам, ну прямо не советую покупать компедиум 75 уровня. Если хотите поиграть в пещеры пустоши и прочие вот эти вот плюшки поиметь себе, покупайте спокойно первый уровень. Не надо вам 75 уровня, ничего у вас не выпадет. Ну, может быть, из тысячи, ну, 20 выпадет, но не надо этого вам, не надо. Так, что у нас там по дате? Получается, завтра суббота будет... Давайте в воскресенье устроим розыгрыш. Видео с правилами я в воскресенье выложу. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И окупайтесь. Пока.